Гиль, с победой немногие ожидали, что за два дня сможете так восстановиться и в итоге победить. Я думаю, никто не ждает, да? А? Я думаю, никто не ждает нашей победы сегодня. Конечно. Но мы все понимали, что когда мы играем здесь, ЦСКА всегда фаворит. Но мы приехали здесь с плана игра, и которая сегодня получилась. И слава Богу, что мы хорошо сыграли, все ребята сделали, как Палыч попросил, и мы выиграли. А как Палыч попросил? Ну, играй первый на оборону, и компактно, и больше использовал контратак. И у нас сегодня получилось, как он попросил. Мне показалось, что самоотверженно сыграли как никогда. Это что, помнили то поражение в прошлом году? Ну, конечно, у нас было очень обидно с такой поражение, когда было в том сезон. И это все хорошо вспомнить. И не хотим, что сегодня опять вот такие поражения случаются. Ари, когда забил, побежал тебя приобнять. Это такая поддержка, приятно, помогло? Конечно, всегда приятно. Это показывает, что у нас команда. Я прекрасно знаю, что первый гол — это моя вина. Ошибка, которую вообще нельзя не делать. Ну, ошибок всегда бывает. И я думаю, что команда всегда сложно в конце тайма пропустить такие голы. Особенно ошибка, глупо. Но все равно команда приехала в развалку, и все постарались меня поддержать и не пускать, что падает наша эмоция и психологически. И это было самое главное, потому что мы пришел на второй тайм и полная концентрация, и так же играю, как первый тайм. И поэтому ребята все молодцы.